Здравствуйте. Сегодня мы с вами продолжаем знакомиться с основными стилями, которые дизайнеры используют в своих работах ныне. В прошлой передаче мы с вами говорили о минимализме, но есть не менее популярный стиль, который у всех сейчас на слуху. Этот стиль называется хай-тек. Что же это за стиль? В переводе дословно «высокие технологии». И, как следует из названия, во главу угла в этом стиле интерьера ставится как раз использование всех современных достижений науки и техники. Стиль как таковой родился в 60-е годы 20 века. Родился он на гребне действительно научно-технического прогресса, который в 60-е годы был особенно популярным, но не только. Иногда стиль хай-тек связывают немножко со стилем космическим. Действительно, первоначально интерьеры стиля хай-тек чем-то напоминали декорации к фильмам, посвященных каким-либо путешествиям в межгалактическое пространство. Действительно, если мы обратимся немножко к истории и вспомним свое прошлое, и не только в бывшем СССР, но и во всем мире, 60-е годы, это были годами прорыва в космос, люди и полет Гагарина, и высадка человека на Луну. В любом случае, вот такое стремление к всему новому и неизведанному не могло не найти какого-либо отражения и в дизайне интерьера. Поэтому стиль хай-тек – это стиль и с применением самых последних новинок техники и отделочных материалов в том числе, ну и плюс к тому, чисто визуально этот интерьер чем-то отчасти должен действительно напоминать что-то, нечто вроде дома будущего, ну или, может быть, стилизованного космического корабля. К сегодняшнему дню стиль хай-тек, он, безусловно, претерпел какие-то изменения. Может быть, прошлый хай-тек, он был немножко наивный и даже смешной. Сейчас это уже ультрамодный и весьма дорогостоящий стиль. Что же для него характерно? Посмотрим иллюстрации и поговорим об этом стиле. Мы будем смотреть сейчас работы современных дизайнеров. Итак, колористическая гамма. Для хай-тека, как и для минимализма, свойственно сдержанная. Чаще всего используются как раз различные оттенки серого и серо-стального цвета. Безусловно, все это говорит о пристрастии к какому-то такому техногенному и технологическому моменту. Но, однако, хай-теку все-таки не чужды и другие цвета, но они все равно вводятся как некий цветовой акцент. Например, здесь вы видите оранжевый цвет, введен как акцент. Хотя все-таки предпочтительно это белые, серые гаммы, ну, естественно, бежевые. Плюс к тому из отделочных материалов. Любимыми отделочными материалами хай-тека и в том числе дизайнеров является хромированная сталь и в любом случае хромированный металл, стекло, любые пластмассы и полимеры, начиная от супертвердых, заканчивая мягкими. Это и использование резины в интерьере. Если это ткань, то ткань в любом случае будет ультрасовременная, естественно, чаще всего синтетическая, а в использовании натуральных тканей речи быть не может. И плюс к тому, интерьер должен быть наполнен всеми новинками техники, то есть это и последние модели телевизоров, и так называемая система «умный дом», когда все бесшумно выезжает, двери сами закрываются, ну, по, естественно, радиоуправлению, скажем, какие-то диваны самостоятельно раскладываются, тоже есть диваны, да, с пультом дистанционного управления, ну и прочее, прочее, прочее. Также хай-тек достаточно любит фактуру цемента и фактуру камня, немножко необработанного, можно даже грубоватого. Светильники. Чаще всего светильники, как вы здесь видите на этой картинке, любой осветительный прибор, они тоже достаточно современные, чем-то напоминают софиты, крепятся на штангах или иногда делают, опять-таки, освещение скрытое, когда его не видно. Очень редко используется природный материал, такие как дерево. Чаще всего это использование все-таки более современных материалов. Ну, а если говорить о мебели, то здесь очень интересная такая мебель присутствует вот в правом нижнем углу.
сделанная под своеобразный срезанный цилиндр, опять-таки, стального цвета. Как таковая мягкая мебель в любом случае используется достаточно простых форм, ну и предпочтительно даже при использовании мягкой мебели все равно какие-то элементы либо стекла, либо хромированной стали присутствуют. Вообще-то для многих стиль хай-тек, ну кроме того, что он достаточно дорогостоящий в исполнении, является немножко чуждым, поскольку он холодный, действительно напоминает, ну, скажем, такой неуютный для многих людей. Более того, в стиле хай-тек еще есть такие очень интересные моменты, которые достаточно часто используются дизайнерами. Это всевозможные коммуникации, будь то трубы, провода и прочие коммуникации, они не прячутся. Они, наоборот, зашиваются в какие-то стальные коробы, либо другие элементы и выставляются на показ. Действительно, все коммуникации в стиле хай-тек, они ни в коем случае не прячутся. Так что поэтому вот хай-тек, он стиль, в общем-то, популярный, но среди достаточно обеспеченных слоев населения, как и у нас в России, так и за рубежом. Следующие стили, группа стилей, о которых мы поговорим бегло, но все-таки помянем в нашем рассказе, это этнические стили. Конечно, об этнических стилях можно говорить и не одну, и не две, и не пять передач, потому что этнических стилей, как вы понимаете, великое множество, и каждому присущи своеобразные черты. Мы с вами поговорим в общем об этническом стиле. Ну, во-первых, это вообще понятие очень расплывчатое, да, этнический стиль. И если кто-то, там, вы будете стилизовать под какую-то конкретную страну, то, безусловно, надо поподробнее изучиться с обычаями, нравами и искусством этого региона, чтобы как можно полнее воссоздать это пространство. Но мы с вами сейчас поговорим этнические стили. Первое, с чего мы начнем, это японский стиль. А безусловно, это все работа современных дизайнеров, и мы смотрим легкую стилизацию под Японию. Это не воспроизведение национального жилища японцев там, или китайцев, нет. Это, безусловно, своеобразная стилизация. Основным моментом японского этнического стиля являются, во-первых, светлые оттенки. Натуральные светлые оттенки – это светлый, слоновая кость, бежевый, медовый, светло-зеленый. Это много света, открытые пространства, использование природных материалов и, естественно, всевозможные знаменитые японские ширмы и раздвижные двери. Ну вот следующая, более свободная интерпретация на японскую тему. Здесь немножко иероглифов на задней стене мы видим. И такие своеобразные светильники тоже под Японию. То есть стилизация может быть более четкой и более абстрактной. Следующий стиль – китайский. Вообще очень часто в современном понимании китайский стиль путают с фэншуем. Но это две большие разницы. Дело в том, что фэншуй является не только и даже не столько системой дизайна интерьера, сколько философией и мировоззрением. И поэтому фэншуй – это именно способ оформить внутреннее пространство, сообразуясь именно вот с этой древней наукой. Но, в принципе, вы можете поставить туда какую хотите мебель. А если стилизовать конкретно под Китай, то здесь уже совершенно другой момент. Здесь надо использовать традиционные китайские цвета и традиционную китайскую мебель, ну или хотя бы стилизацию под нее. Вот сейчас мы видим стилизацию как раз под Китай. Это фонарики в виде пагоды, это предпочтение использования ярких цветов, опять-таки, с орнаментиком. Здесь конкретно зеленый. Следующая стилизация очень красивая. Это так называемая, ну, голубая гостиная, либо голубая столовая. А стилизация здесь на что? Что здесь от Китая? Во-первых, это ваза на каминной полке. Вообще, в принципе, цветовая схема действительно в Китае достаточно популярен. Такой вот именно насыщенный синий цвет. И ковер на полу тоже он как раз с китайской орнаментикой. Ну и еще следующий момент, тоже достаточно вольная стилизация под китайский стиль. На втором плане стоит китайский комод.
Ну, а стулья как раз и стол обеденный на переднем плане к Китаю не имеет прямого отношения, но все равно антураж создается, конечно, такого немножко восточно-азиатского жилища. Следующий стиль индийский. Но индийский стиль, сразу хочу сказать, он достаточно экзотический. Безусловно, не каждый рискнет стилизовать под Индию, потому что основным критерием индийского стиля, ну, во-первых, это знаменитая орнаментика, да, мы ее видим здесь же, опять-таки, на своеобразном шкафу. И это цвета. Цвета насыщенные, малиновый, бирюзовый, оранжевый, цвет морской волны, ярко-морковный. Они вообще неповторимы в своем роде, эти цвета. Использование плюс к тому низкой мебели, сделанной из тика, очень прочная мебель, причем вся мебель в Индии, что интересно, она может достаточно легко меняться местами, то есть стол стать стулом, ну и так далее. А сейчас вы видите уже не стилизованные, а настоящие стены. Это индийское жилище, безусловно, это перед вами сейчас росписи индийского дома, то есть и такая своеобразная фреска тоже может успешно применяться при стилизации под Индию. Африканский стиль. Но чаще всего, если идет стилизация под африканский стиль, то, безусловно, используются какие-либо маски в интерьере, да? Обычно на этом и ограничиваются. А вот сейчас мне хотелось бы показать вам не стилизованное, но, правда, настоящее африканское жилище, обмазанное гипсом и богато орнаментированное. На самом, если вы достаточно внимательно изучить цвета и искусство Африки, то стилизация масками не заканчивается. Вы можете использовать и орнаментику в том числе. Средиземноморский стиль, вот он сейчас на ваших экранах. Опять-таки, Средиземноморье очень расплывчатое понятие. Это и Греция, и Италия, и Испания, и Португалия, и там Мальта, и много-много других стран. Однако есть что-то общее. Во-первых, это светлые стены в сочетании с достаточно яркими цветами, обилие керамики в интерьере, керамические, опять-таки, полы. Но, правда, иногда в средиземноморском интерьере используются и насыщенные яркие акценты, такие как синий, бирюзовый или желтый. Скандинавский стиль. Скандинавский стиль в противоположность, скажем, индийскому, наоборот, характерен очень сдержанной цветовой гаммой. Это серый, светло-серый, белый, светло-бежевый и приглушенно-голубые оттенки. Плюс к тому использование исключительно природных отделочных материалов, дерево, хлопок, ну, стены, естественно, чаще всего покрашены. Интерьер неброский, но очень красивый и в том числе, ну, скажем, отвечающие достаточно во многом современным эстетическим требованиям к интерьеру. В ряду этнических стилей идет такое понятие, как стиль колониальный. Тоже очень часто люди задаются вопросом, что такое колониальный стиль, и просят дать на это достаточно четкий ответ. К сожалению, про колониальный стиль абсолютно четкой декорационной схемы не существует, потому что колониальный стиль – это не что иное, как какой-либо европейский стиль плюс какие-то этнические черты той или иной колонии. Как известно, колониальный стиль родился во времена больших колонизаций, когда такие страны, как Англия, Испания, Португалия и Голландия, основывали какие-либо свои колонии в странах и Южной Америки, и Африки, и, опять-таки, Востока и Азии. Безусловно, в каждом из этих регионов, как вы понимаете, были свои какие-то особые черты колониальной жизни. Старый колониальный стиль возродить очень сложно, потому что в колониальном стиле могли присутствовать и мебель эпохи классицизма, и, скажем, местная ротанговая мебель, да? Но в любом случае сейчас есть какие-то основные моменты, когда можно воссоздать что-то типа современного колониального стиля. Мы сейчас посмотрим несколько слайдов, я проиллюстрирую
эти примеры. Ну, вот, скажем, такой немножко колониальный африканский стиль. Безусловно, это звериная тематика, всевозможные шкуры, ну, или имитация шкур на полу, расцветка зебры и в обязательном условии ротанговая мебель, ну, или мебель, обитая кожей, как вы видите на ваших экранах, это конкретно оформление гостиницы сейчас. Ну, такой своеобразный колониальный стиль. Ну, как вы видите, это две фотографии одного и того же интерьера, просто с разных ракурсов. Но колониальный стиль, он может быть и стилем так называемого большого путешественника, то есть когда человек собирает всевозможные диковины, предметы интерьера, не просто вещи, да, вот некоторые люди привозят из поездок какие-то небольшие сувениры, ракушку с моря или статуэтку маленькую, а некоторые люди, ну, если, конечно, у них есть на то материальная возможность, привозят из разных путешествий большие предметы интерьера, как, например, идол на переднем плане, ну, там дальше вы видите, да. То есть даже вот такое может быть своеобразное оформление колониального стиля. Вот это современное решение колониального стиля. Здесь, как вы понимаете, своеобразный рог, я уж, честно говоря, не знаю, какого животного, тоже нам что-то такое напоминает о сафари, ну и прочих прелестях колониальной жизни. Еще один стиль, о котором мы сейчас с вами поговорим, этот стиль называется кантри. Кантри тоже, как и колониальный, как и этнический стиль, не имеет четких границ, потому что кантри в переводе с английского это сельский, деревенский, то есть все, что имитирует сельскую жизнь. Естественно, жизнь села в разных странах и в разные периоды немножко разнится. А поэтому кантри, русский кантри, он имеет свою эстетику. Это рубленые дома, ну или хотя бы обшитые подрубленные дома. Это какие-то печи, ну и прочее, прочее. Да? А, скажем, эстетика европейского кантри, она немножко другая. И вот хотя бы потому, что с европейским кантри мы знакомы меньше, я именно хочу показать иллюстрации конкретного этого примера. Ну, потому что русскую деревню, я думаю, каждый из нас себе очень хорошо представляет. Итак, европейское кантри. Сейчас перед вами, ну, скажем, такое кантри в духе Италии. Это действительно итальянский дом, и здесь каким образом мы можем видеть сельское жилище? Конечно, у любого кантри в любом случае существуют какие-то основные черты. Это незатейливость обстановки, простота, я бы даже так сказала, домотканные ковры, достаточно, ну скажем, простая мебель по своему исполнению. А вот здесь плюс к тому, что Италия, как известно, славится своими фресковыми росписями не только в больших палаццо, но и в простых домах мы на стенах можем видеть росписи, правда, немножко постаревшие от времени. А вот это такой кантри в духе, может быть, немножко Провансы или юга Франции. Простой пол, то есть пол может быть либо керамический, либо из грубой половой доски, естественно, ни о каком паркете речи быть не может. Опять-таки, достаточно простая мебель, но на мебель достаточно часто присутствуют всевозможные подушки и подушечки. Это характерно почти что для любого кантри. Мебель может быть окрашена в голубые, белые, ну, в общем-то, любые цвета, плюс обилие зеленых или домашних растений тоже придадут своеобразный антураж сельского жилища. Еще один интерьер в стиле кантри. Здесь мы можем видеть опять-таки стены. Стены оформляются в стиле кантри. Очень просто. Это может быть либо штукатурка, желательно даже штукатурка нарочито неровная, с шероховатостями, и дерево в оформлении интерьера, здесь конкретно потолочные балки, но, как вы понимаете, можно использовать и фальш-балки. А вот это три фотографии одного интерьера. Эта ванна тоже сделана, ну, в таком достаточно свободном, как раз а-ля средиземноморском стиле кантри. Это и нарочито обсыпавшаяся штукатурка, и простая мебель плетеная, и раковина, вмонтированная достаточно грубо в стену как раз
той же самой ванной. Вот это кратко, если о стиле кантри. Еще один стиль, о котором можно пару слов сказать, это стиль, он так и называется, современный, либо contemporary стиль, да. Очень часто также в журналах мы можем встретить это выражение, что оно под собой подразумевает и что же это такое за очень интересный стиль. Но, если честно, этот стиль, поскольку он очень нов, родился, ну, там, буквально 10 лет тому назад, может быть, даже меньше, у него нет четких границ, потому что большое видится на расстоянии, и, к сожалению, пока стиль хотя бы отчасти себя не изживет, достаточно сложно составить четкие декорационные схемы. Но все-таки стиль вот этот современный, он взял ото всех стилей понемногу. Немножко от минимализма, может быть, немножко от хай-тека, там, может быть, и какие-то моменты этнического стиля, и моменты эклектики. Ну, просто сейчас посмотрим несколько слайдов, чтобы вы поняли, что же это такое стиль. Вообще стиль contemporary. Единственное, что, наверное, главное для этого стиля, это его удобство для конкретно взятого конкретного владельца той или иной квартиры. Вот перед вами, да, пожалуйста, вариант чем-то похожий на минимализм. Вот явно современный стиль под какие-то четкие границы предыдущих не укладывается, поэтому вполне мы можем отнести его и к стилю вышеназванному. А здесь тоже в спальне присутствуют и достаточно простые геометрические мотивы, а на заднем плане как раз фотографии живой природы. В стиле contemporary опять-таки отдается предпочтение использованию современных отделочных материалов. И так, своеобразная игра пространства тоже только в плюс. Вот, пожалуйста, черный кожаный диван, а на заднем плане своеобразная монолитная стена, разделяющая, изолирующая пространство. Скрытые источники освещения, как вы видите на этом слайде, тоже только приветствуются. Ну вот, еще один вариант, это как раз все тот же стиль. Он может быть более сдержанный по цветовой гамме, может быть и вот в такой приятно розовый выполненный. И, пожалуйста, еще один момент. Дело в том, что contemporary стиль может использоваться и в небольших квартирах, и также в домах и коттеджах. То есть все, как говорится, для удобства заказчика. Здесь такая своеобразная мансарда, оформлена под гостиную. Стоят два дивана. Слева вы видите стена, переходящая в потолок, и все это вместе является абсолютно прозрачной перегородкой, не отделяющей от природы. И на заднем плане, как вы видите, фотография своеобразной скалы. Ну, там, либо скал. Вообще, на самом деле, вот такое слияние человека с природой вообще очень характерно для современной архитектуры. И вот сейчас я перед вам показываю произведение очень известного архитектора Фрэнка Ллойда Райта. Правда, эта вилла над водопадом, видите, была построена достаточно давно. Но именно Райт заложил основы так называемого и экологического дизайна. Вот пару слов я о нем скажу. Эко-дизайн – это когда предпочтительно в интерьере использовать исключительно природные отделочные материалы и, более того, чтобы в интерьере происходило своеобразное слияние человека с природой. Вот работа современного японского дизайнера, здесь вообще слияние человека с природой происходит полностью. Полом и ступенями, и стеной в том числе, служит природная морская галька, да? То есть прям природа, скажем так, входит в дом человека. Ну или вот здесь, да, скажем, дерево поставлено, ну, мертвое дерево, да, оно спилено, но все равно поставлено в качестве такого объекта интерьера. Или вот еще пару работ я хочу показать Джона Лаутнера, очень известного архитектора и дизайнера. Вот эту работу он сделал в 1975 году. Здесь так вообще идет тоже дом над морем, это вилла в Малибу, тоже идет перетекание вот внешнего пространства природы внутрь интерьера. Это вот, пожалуйста, стол на террасе. И вот хотелось бы показать еще такую своеобразную гостиную, где напрямую рядом с небольшой кушеткой для отдыха
присутствуют большие настоящие камни и валуны. Даже более того, подушка сделана тоже в виде камня. Так что вот такие основные стили мы рассмотрели в наших с вами передачах. Я надеюсь, что после этих лекций вам стало немножко проще разбираться в современной мозаике интерьерных стилей. Но на сегодня время нашей лекции подошло к концу. Так что до новых встреч. До свидания.